Прокуроры взяли на контроль ход доследственной проверки по факту смертельного ДТП в Собинском районе. Напомним, 14 февраля рано утром на 145-м километре М7 около Лакинска столкнулись автобус и большегруз. По предварительной информации полиции, автобус с пассажирами врезался в попутный грузовик. От удара общественное транспортное средство выбросило на отбойник, разделяющий потоки движения. В аварии погиб водитель автобуса 1976 года рождения. Кроме того, пострадали его пассажиры, мужчины 1988 и 90 годов рождения. Их госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия МВД России по Собинскому району проводится доследственная проверка. Ее ход и результаты взяты прокуратурой области на контроль.